Лас, я не могу справиться с этим яблоком. Дайте. Помогите мне. Я очищу. Прошу прощения, госпожа Нана. Мне редко приходится бывать в дамском обществе, я немного теряюсь. Вахтанг, сколько тебе лет? Я думаю, все вы старше меня лет на 8-9. Он совсем еще дитя. Да, между нами большая разница. Мне скоро исполнится 36. Удивительное существо, женщины. Сделай им комплимент, и тебя попросят очистить яблоко, даже если у тебя немытые руки. Друзья мои, давайте выпьем за любовь, о которой поется в этой прекрасной песне. За ту любовь, что восстановит разрушенной враждой. Нет, разрушенная враждой восстановит только вражда. Вернуть отнятое, снова построить то, что было разрушено, может только уничтожение, истребление врага. Иначе ничего не получится. И на все это способна ненависть, а не любовь. Ну почему же? Здравствуйте, господа. Мое почтение, сударыня. Я присоединюсь к вам, если позволите. Милости просим. Сегодня день чудес. Так вот, Вахтанг. Пришел в твой дом враг. Уничтожил веками сложившийся твой образ жизни. Надругался над твоей верой. Ты его убиваешь, но не потому, что ненавидишь, а потому, что он растоптал все, что было тебе дорого. Отнял все, что ты любил. Твое сопротивление идет от любви. Любовь порождает самопожертвование и ту силу, которая помогает тебе вернуть отнятое. Вспомним наших предков. Они встречали врага с оружием в руках. Сегодняшний грузинский народ тоже ведь предок будущих поколений. Так почему же он сидит сложа руки? Народ выродился. Народ измельчал. За побрякушки продали свободу. Нет, все совсем не так просто, Вахтанг. Я считаю, что народ не выродился, а утомился. Иссякла энергия. Кроме того, войны. 15 столетий. Это много, очень много, не правда ли? К сожалению, госпожа Нано не ошиблась. Правда, я все это объяснил бы несколько по-иному. Да, мы очень утомились. Устали. Стремление господствующих классов к благосостоянию и роскоши привело к созданию монархического государства. Государство не может существовать, не принося общечеловеческую пользу, не иначе. Ему необходимо выполнять общечеловеческую задачу. Господствующие классы Грузии, с одной стороны, взяли на себя роль бастиона мирового христианства на Востоке. С другой стороны, для Ирана и Византии мы стали той немаловажной силой, которая могла контролировать южные походы северных кочевников. Существование грузинского государства стало необходимостью, и господствующие классы извлекли из этого немалую пользу в виде эксплуатации собственного народа, а также подачек южных правителей, дани с вассальных народов и военной добычи. За стабильностью международных дел последовало то, что на нашей земле пролегли торговые пути. Развилась экономика, с одной стороны. Развитая экономика, бойкая торговля, а следовательно, неплохое благосостояние народа. С другой стороны, религиозный угар, оборонительные войны, а главное сознание, что мы защищаем веру западного цивилизованного мира одни в окружении мусульманства. В
таких общественно-политических условиях классовая борьба отступает на задний план. Возникает сознание общенациональной цели. Таким образом утвердился принцип. Сначала отдаю государству все, чем располагаю, и только потом беру себе то, что может мне уделить судьба. Хочу закончить. Господствующие классы добились покорности масс. Народ 15 веков работал на износ и надломился. Он не выродился, не продался. Он устал. Он надломился, но не выродился и не продался. Батоне Сандро, вы очень убедительно рассказали о том, что с нами случилось. Однако, мне кажется, вы не назвали главную причину и ничего не сказали. Кто мы сейчас? Пожалуйста, с удовольствием. Это мне все равно, что отче наш прочесть. Тамада разрешает? Говори, Сандро, говори. Почему не поговорить, пока мы еще живы? Вы подразумеваете причину нашего сегодняшнего состояния, извольте. Укрепление славянских княжеств навсегда освободило Южные империи от опасности вторжения северных кочевых племен. Византийская империя рухнула, укормила православного мира становится русское духовенство. Но не это главное. Развитие мореплавания перенесло торговые пути на море. И вот однажды обнаружилось, что грузинское государство утратило свое назначение, лишилось всех своих функций. И если прежде наше государство было щитом и ударной силой южных империй, теперь мы сами стали полем и предметом их вожделения. 500 лет оборонительных войн, руины городов, пепелища храмов, вырубленные виноградники, истребленный до десятой части своей прежней численности народ. У нас из этого положения, казалось, нет выхода. И тогда-то извечное наше стремление к непосредственному единению с культурой Запада нашло осуществление в новой форме. Грузия стала частью одного из крупнейших государств Европы. Присоединение к России освободило нас от войн, от набегов горцев, от династии Багратионов, от налогов, которые истощили народ. Грузинский народ избежал физического истребления и со временем оказался в мире новых социальных отношений. Стал развиваться капитализм. Это повлекло за собой развитие классового сознания народных масс. На ваш вопрос, госпожа Рано, кто мы сейчас, могу ответить так. Мы нация, идущая вместе со всеми передовыми народами мира, классовым боям. Теперь я буду говорить. Налейте мне, Лас. Профессионально наливай. Он что, из официантов? Нет, ваше благородие. Сиятельство. Да. Ваше сиятельство. Откровенно говоря, я не могу принять ваши слова за шутку, но прощаю вас. И дай бог, чтобы впредь между нами не было никаких столкновений. А если бы не простили, что было бы? Разрешите спросить. Это зависит от того, что вы предложите. Допустим, дуэль. Я не приму вызова. Это будет неблагородно с моей стороны. Почему? У меня слишком большое преимущество перед вами. Вот почему. Хочу убедиться в вашем преимуществе. Сядь, Ираклий. Да.
Дай оружие. Сударыня, ничего особенного не произойдет, но тем не менее прошу прощения. Откуда этот человек берет такое оружие? Даже не прицеливаясь, попадаешь, честное слово. Оставь себе. Вы превосходно стреляете, батоны Гоги. А, ничего, можно и лучше. Вот когда подбрасывает гривенник, и он не возвращается обратно, вот это стрельба. У Лаза это часто получается. Вахтанг, садись. Что столбом стоишь? Не вмешивайся, пожалуйста. Зачем оружие таким, как вы? Стреляете в цель для развлечения публики. Ни ты, ни он убить не посмеете. Ну-ну. Ха, если бы до дела и вправду дошло, я бы никого не пощадил. Вы оба трусы. С вами я не намерен драться. Сейчас. Но пусть никто не думает, что Вахтанг Шалитури боится смерти. Смотрите! Слушай, Вахтанг, когда-нибудь эти твои дурацкие номера кончатся, плохо размочишь себе череп. Руки! Вахтанг! Грузия, до чего ты дошла?